Всем море приветов, дорогие друзья и гости моего канала, я Нептун, и мы продолжаем приходить Дом, Милый Дом. Это инди-ужастик, и возможно последняя заключительная серия. Мы наконец-то открыли эту дверь, затушили три свечки и разблокировали три замка-листика. Замки-листики, что может быть круче, да? Так, держим ушки на макушке, что это такое? Что-то можно взять. Или что-то можно поставить. Надо быть крайне осторожным. Вот здесь тоже. Что-то можно поставить. Шкафчики. Так а что? Не могу взять. Чего от меня хотите? Так, хорошо, аквотопать. О! Да ладно. Черепа и ножовка. Это не просто какой-то ритуал. Тут, походу, бошки всем отрубали. Отрезали. Да? Чё это? Ножовка. Зачем? По металлу. То есть я буду еще резать, в общем-то, вот эти вот хрени, да? Я так полагаю. Нет? Ну и нахера мне та ножовка? По металлу. Чувак. Ну ладно. Еще одна святая вода. Забираем. Так. Так. Так, так. Так. Что делать-то? Святая вода. Нужно, видимо, окропить что-то, какие-то нити. Или окропить вот эти вот хрени. А, точно. Окропляем, окропляем. Теперь можно, видимо, порезать их, нет? О, это защитная аура. Все. Я защищен. От всякой неприятной напасти. И это, видимо, нужно сделать совсем, да? А, нужно еще, видимо, на время все их окропить, правильно? Надеюсь, я делаю все правильно. Надеюсь, я понял. Ну, допустим. Там они уже пропадают вовсю. Да что не так-то? Они быстро пропадают. А, сюда можно зайти. Давай, давай, режь, режь, режь ты один. Что? О-о-о! Вот для чего мне святая вода нужна. Вот оно что. Окроплять. Давай, 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 подходи, подходи, подходи. Сейчас я тебя окроплю. Давай, нападай. Давай, я здесь. Давай, 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 ко мне, детка. Ну все, тай. Все, растаяло. Так, а мы продолжаем резать. Вот для чего. То есть это самозащита. Когда она нападает, нужно подбежать. И плескануть водичкой. Она где-то здесь. Твою мать, где же она? Вон она, ходит. Ну же наглая гадина, а? И, видимо, караулит-то двери.
давай, ну режь, режь. Воу. Так, где святая водичка? Да я, да что, я ж нажал. Боже. А, вон какая хитрость-то, а? Что это такое? Эй, воу-воу-воу. Я ее только второй раз плесканул водой. Что с ней? Вот твой, что? Охренеть. Охренеть. И вот в этом кошмаре мне нужно выживать? Все в крови, друзья. Так. Она сейчас будет ать, я продолжаю пилить, пилить это дерьмо. Давай, чувак. Я откуда знал, что она такая лютая? Второй раз всего попала в святую воду и стала такой лютой стервой. Все в крови испачкала. Море крови по колено. Жесть. Где же она ходит? Блин, я боюсь. Тут крови много. О-о-о. Так, это я уже заюзал. Там я заюзал. Где мне еще нужно... Где еще? Друзья, кто-нибудь знает? А, вот. Есть здесь. И вот там. Но пока она как-то не хочет. Давайте примерно зрительно запомним расположение этих ритуальных предметов, чтобы можно было крапить. С этой водой. Привет. Так. Где она? Где? Да ш... Да где же она появилась-то? Где это защитное поле, блядь? Где защитное поле? Я ж... Не вижу. Где защитное поле? Да вы угораете. Тупик, понятно. О, я окропил то место святой водой. Где это поле-то было? Поле не было. Разработчики, вы охренели, что ли? Так, сиди здесь. Продолжай резать, чувак. Не думай спать. Давай, режь это дело. Мы уже, наверное, больше половины порезали. Точно. Ручаюсь. Давай, бро, давай, братиш. Ой. Да что? Ну, где поле защитное? Давай иди сюда. Сюда подошла быстро. Мертвая гадина, так. Заливаем молочко. Я здесь. Залетай. Ух, ща гребешь ты у меня. Вот так. Знает свое место. Страшная кровавая мертвая девочка. Так, еще чуть-чуть, друзья. Еще совсем маленький кропалик, и мы эту стерву. Ну, поняли, да? Мы ее отымеем. Нефиг. Нефиг, говорят, да? Здесь Нептунчик гуляет. Подожди, откуда она вышла? А, она с другой стороны идет. Ни хрена себе. Какая она ошалевшая. Да. Чувак. Зачем на нее смотреть? Да ломай ты двери, да убегай, мать твою, да. Хоть что-то дельное из тебя вышло. Ну. Да как она меня догнала-то? Убежал все-таки. Да? Вот, друзья, жажда жизни. И очень много крови. Это знаете, как в отеле из романа Стивена Кинга «Сияние», да? Там тоже такие реки крови были. И что? Что, мать твою, такое-то? Вау! Эй, Маруся, погоди! Да беги ж, твою мать, беги! Беги, чувак! Ты чё, не бежишь-то? У тебя что, шифта нету больше? Вау, она крушит стену. Воу, больно вообще-то, чувиха. Знай меру, мать твою.
Ух ты, елки-палки. Она мне освобождает путь для того, чтобы я мог убежать. Вопрос только в том, куда мне топать. Давай, давай, давай еще. Все? Не добежал, да? Опачки. Она узнала, видимо, этого чувака. Ой, чё ты плачешь? Думаешь, я тебя жалеть буду? Да пошла ты нахер, стерва тупая. Лучше убраться отсюда. Действительно, это хорошая идея. Вот только куда? Лифт заблокирован. О, дверь приоткрылась. Да? Типа сюда? Такой намек. Хорошо. Типа мне ее жалко. Может, это какой-то ее знакомый или... Я должен найти ее. Либо возлюбленный, но, тем не менее, где Джейн? Джейн, мать твою, ты куда пропала? Чё это такое? Ну, бери. А дневник Джейн, еще один. 27-й, что-то там было. Вот это, да? Нет. Ну там было 27-е. По-моему. Наверное, 27 мая, да? Кинжал единственное, что может помочь мне. Кинжал, подаренный мне послушником. Тим подумал, что я был доверчивый. Доверчивая. Мне пришлось держать кинжал подальше от него. За шкафом он будет лежать. Если Тим не поможет, тогда я сделаю сама. Я не сошла с ума. То есть она хотела поработить и уничтожить зло кинжалом. Но боялась, что я Тим ей не поверю. И она прятала кинжал за шкафом. Да? То есть, подожди. Куда пропал свет? Друзья, мне света побольше бы. Какой-то, блин, бесконечный мостик. О, красная нить. Опять, откуда ты взялась? Твою мать, реально очень долго бежим. Так. Во, нашел нить. Твою мать, что-то я делаю не так, может быть? Этого коридора есть конечная какая-то черта? Ну, вроде нити было больше, что это? О, еще одна часть загадочной фото. Во, нити уже больше. Значит, я иду правильно. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Куда-то мы добежали. В каком-то веке. Что происходит? Действительно, я опять дома. Туалетная бумажка на месте. Она там говорила что-то про шкаф. Да за шкафом, говорит. Кинжал ты. А, картину теперь никак не поднять. Тим, it's me again. Since your wife's disappearance, you... После исчезновения вашей жены... You seem a bit strange. Вы, кажется, ведете себя странно. You don't act like yourself lately.
Мы же друзья, не так ли? Если тебе нужно с кем-то поговорить, то я здесь. Пожалуйста, перезвони мне. Тогда меня переживает мой Бруно, и я почему-то не могу перезвонить. За шкафом, говорит. Хотя... Ну, логично, наверное, она будет прятать это дело у себя в комнате, за шкафом. Так, туалет заперт. Говорит, за шкафом. Вот единственное фото, которое не упало. Ну, еще есть на полочках. За шкафом, за шкафом, за шкафом. Ух, как много нитей. Ну, наверное, где-то здесь. За шкафом. Подожди, а где? Шкаф. Вот, наверное, какой-то шкаф. И вот. Ну, это маленький шкафчик, тумбочка. Так. И что вы предлагаете? Нет ничего? За шкафом. Шкаф-то понятие растяжимое, бро. Может быть, за стенным шкафом? Типа вот за этим? Да нет. Может быть, здесь? Ну да. Ща бы каждый шкафчик обходить, да, в доме. Так, друзья, я что-то нашел на кухне. Лесенка. Небольшая. Зачем? Куда? Пока я не понял, зачем я нашел лесенку. И куда мне ее нужно поставить? Я даже не находил места, где можно было заюзать это дело. Лесенка. Может, посмотреть что-то наверху? Нет, ну очевидно, что лесенка, она нужна для того, чтобы... забраться повыше. Так вот, у меня вроде бы пока не было таких проблем. Не было мне необходимости куда-нибудь там залазить повыше. Все и так понятно, все и так видно. В миру. Да? Ну, разве что давайте тогда... Опять наверх? Теперь у меня есть лесенка, и я, наверное, смогу посмотреть, что же где-то наверху. Куда только ее запихнуть? Поставить? Может быть, сюда? Твою мать. Я взял лесенку, не зная для чего. Так, давайте думать логично. Был бы я лесенкой, куда бы я хотел, чтобы меня поставили? Подозрительный. Вот оно что, понятно. Подозрительный сундучок. Да, кинжал, конечно. Так, допустим, я взял кинжал. Но зачем он мне? И кого мне им резать, кого протыкать? Кому отсекать голову? Подожди. Это, видимо, воспоминания, да? То есть руки у меня... женские. И время... Ух ты, ёп! Вот это да! Охренеть, там в темноте кто-то есть, я её порежу. Ща я тебя порежу. Я тебя порежу, говорю, предупреждаю, мне кинжал. Тебе смешно? Твою мать. Она пропала. Ух, нет, показалось... Проход открылся.
Давай выходи. В честный кулачный бой. Где ж ты прячешься? Эй, гадина. Кому-то смешно, да? Вау. Довольно жутковато. Как будто лечу по звездному небу. Твою ж мать, да куда мне топать-то? Вон там какой-то огонек вдалеке. Ёлы-палы. Ну, зашибись, здесь заперты. Так. Вырубись. Вы знаете, меня очень сильно нервируют эти звуки, эти напевания. Ритуальные. Типа... Это люто и жутко. И при этом еще и нервирует. Дайте уж мне кого-нибудь зарезать. Я что, зря ножик с собой ношу? Ух ты, там что-то было, я не заметил. Это хорошо. Так бы испугался, наверное. Эй, чувиха, давай вылазь. Я знаю, что ты живешь в темноте. Я тебе... хочу порезать. Кто это? Там какая-то чувиха. Колдунством занимается. Ща её, блин, скромсаю всю. Иди сюда. Да вы охренели. Все везде заперто. Да уж. Хорошо погуляли. Да уже не страшно. Уже не очень страшно. Окей, вот именно эта стерва была, только она была живая где-то здесь. Ни хрена себе единорог. Таким же убить можно, да? Когда разбегаешься и головой вперед протыкаешь противника. Надеюсь, она не будет здесь такое делать по отношению ко мне. Эй, гадина, я пацифист, поэтому не нужно на меня нападать. Я не хочу войны. Так, окей, а это что? Ты чё так пугаешь? А, это руки. Так, а где моё личико? То есть руки, главное, есть в зеркале, а личико нет. Круто. Хорошо, топаем дальше. Вот тоже. Довольно страшноватый эффект, да? Вот здесь просто идеальное место, чтобы какого-нибудь скримера запихнуть, да? Да?
Ух, ёлки-палки. Ага, заперто. Назад дороги нет. Только резать, только бить. Все равно тебе галить. У меня такое ощущение, что я обратно притопал. Ау, кто-нибудь есть дома? Я, конечно, все понимаю. Но этого я не понимаю. Друзья, откройте мне двери все. Появись, гадина, тебя порежу. И да, у меня такое ощущение, опять же, повторяю, друзья, что я кругами хожу. Хотя вот я ходил сюда. Теперь здесь не пройти, потому что мешает... Это гребаная жерть. Значит, мы здесь можем пройти. Должна быть открытая дверь. Да. Так, и что предлагаете? Что делать? Поиграть на инструментах? Забацать что-нибудь современное? Или что? Может, хватит уже ритуалов, друзья? Да что ж такое? Куда там топать-то? Я уже заблудился. В край. А, то есть не пройти. А, можно проползти. Вон как хитро. Так, куда пойдем? Да подожди. Так я был здесь. Опять круги нарезаю. А, и тут дверь заперта. Я так полагаю, что, возможно, мы не должны были там проходить, да? Это такой намек, что от разработчика, что нам здесь не пройти, но нифига. Мы все равно пройдем. Вышли мы отсюда. Значит, по сюжету нам нужно топать сюда. Очевидно. Здесь появилась шляпа. Шляпа этой гадины. Так почему-то она в крови. Я же говорил, она колола этим людей. Прокалывает шляпой своей. Это ж такое летальное оружие. Вот опять. Стой там, не пропадай. Да дайте тебя уже зарезать-то. Дай уже, блин, себя зарезать. Да, приехали. Танцы и пляски кончились. Пора подыхать. Ну, что-то как-то не работает. Подыхалочка у меня пока. Знаете, это как-то затянуто. Уже не так страшно. Больше мне это начинает раздражать. Так, она повернулась. Кто-то ее развернул. Ну, режь ту стерву, режь уже. Причем я так понимаю, что она живая, возможно, будет. Ибо вот... видите, вот там в суставах есть... механизмы для... Уж ты мать твою, бляха-муха.
В свете молнии она как будто живая. Да? Жесть. Это было жутко, да? Так. А что здесь? Кровавый манекен. Откуда здесь манекены? Причем кровавые. Но сюда пройти нельзя. И это хорошо. Чем меньше гребаных проходов, тем лучше. Да хватит уже играть. О, я могу бегать. В каком-то веке я могу бегать. Ну-ка, иди сюда. Эй, какого хрена? Я 10 минут здесь блуждаю в темноте, чтобы сдохнуть? А, то есть от нее нужно убегать. Понятно, это типа босса. Хорошо, будем импровизировать. Ну давай, не дрожи, все будет хорошо. Она позади, правильно? Вот, вот теперь она позади. Так, что делать, что делать, что делать? Зеркало, может зеркало ее как-то убивать, нет? Все позапирали. А как мне атаковать? Я не могу. Не подходи. Оставь меня в покое. Не подходи, стерва тупая. Я тебя зарежу. Что там? Она показывает куда-то? Еще один шаг и тебя проткну. Твою гнилую бошку. Подальше, говорю. Подальше отошел. Отошла. Да что, протыкай ее, пока есть возможность. Ткни ее ножом. Ткни ее, ткни, давай. Ткни. Боже. Что? То есть это еще не полная игра? Продолжение ждите в эпизоде 2. Охренеть, друзья. Так, я полагаю, что игра на сегодня пройдена, да? Спасибо за внимание, надеюсь, вам понравилось мое прохождение. Вот такой вот дом, милый дом. Финальная битва не раскрыта, непонятно, что с героями, живы ли они, в какой реальности они вообще находятся, в нашей, либо в потусторонней, в какой-то, и что это была за баба. Возможно, это какое-то местное божество, да? Ну, там местный фольклор, Таиланд, или Гонконги, или в Тайване, ну, в общем, где-то там. Но я могу сказать, что мне, в принципе, понравилось, конечно, слегка затянуто и хардкорно, но, в общем-то, неплохо. Правда, лагает, и оптимизация говно. Ну ладно, всем спасибо еще разочек, друзья, ставьте пальчики вверх, поддержите мое прохождение и непременно вступайте в группу ВКонтакте. Всем здоровья, друзья, всем позитива и пока-пока.